Ну вот, так, часть вторая, поехали. Значит, не будет у нас количества определенного, Забажане. Может быть, в вашей школе их будет 500 человек, а в другой школе и двоих мы наберем. Да. Только те, которые проникаются проблемой, там просто будет написано, что мы будем делать. Ну, первым делом мы должны, наверное, все-таки убрать вокруг школы все ганделоки, просто их поубирать. Просто их поубирать, чтобы их не было вообще. Чтобы сегодня не было ни у кого, уже не возникало желания там. Фу. Ну, наверное, второй шаг. Наверное. А давайте напишем объявление, сочинение, чтобы дети написали, как они видят работу этого комитета, родительского комитета, родителей против наркотиков. Что они желают? Старшеклассники. Какое количество у вас так, навскидку, плюс-минус? На скидку, не у вас, а вообще в другой школе. Потому что у вас вы не скажете. В другой школе. Как вы думаете, выпускной класс, сколько деток курят, пьют? Найду я класс, где половина класса курит, не пьет? Не найду. Не найду. Ни у вас, ни в другой школе не найду. Сколько я спрашивал. Найду я, чтобы вот одна треть курила, вернее, одна треть не курила, а вот две трети курила, пила. Да нет. Тоже не найду. Единицы, да, уже выпускные классы. У вас в школе где будет проходить выпускной вечер? Я думаю, однозначно нужно настаивать. Нужно настаивать, чтобы все-таки выпускной вечер проходил в школе. Выпускной вечер в школе проходил, не в ресторане, а в школе. Мы в минулом уроке проводили в школе. Не было у вас в ресторан, не ходили? А? В рестораны не ходили? Я не знаю, ми відповідаємо за урочисту частину тільки. От вручили атестати. А де, ви знаєте, у нас. Ця проблема, ну так, гостро не виникає. Чому? Тому що у нас батьки не дуже спроможні, щоб пустити в ресторан, і це все буде так помпезно, якось. Може, десь вони і збираються, і ми особливо на це, ну, питали, запропонували, але ми не будемо відзначати. Ми отут, от і на цьому буде все. І на цьому буде все. Вот у нас мы на номер так. Давайте вот все-таки, знаете, какой второй шаг, наверное, будет? Соберите все, что у вас ведется в этом направлении. Ведь ведется ж, много чего ведется. Я чай буду наливать. Потом, сейчас, подождите. Чай попозже. Сейчас закончится вот это вот. Угу. Все, что есть оно у вас, да? Как бы и в рукописном виде есть. А видео есть какое-то? Посмотреть уроки. Наши? Да. Можно снять просто. Когда у вас ближайший урок? Тема одна. Здоровый образ жизни. Спасем ли мы, ликвидируем ли мы детское пьянство, табакокурение, наркоманию? Это я должна сказать, вы подготовите или... Тема одна. Здоровый образ жизни. Все, другой темой мы не занимаемся. Угу. Насколько я понимаю, вот родительские комитеты, которые вот мне рассказывали, чем они занимаются только собиранием денег. Только деньги там собрали, куда-то их отдали, там все торгаются, там по рублю будем давать или по 95 копеек. И идет вокруг только этого разговор. Так не объясняли, так не говорили. А вот то, что мы сейчас создаем в вашей школе, первое мы создаем, такого нет нигде. Я вообще уважаю, что вот сколько там людей будет, у нас існує рада профилактики правопорушений, где висвітлюються все ці питання. Значить, залучити сюди батьків в Раду профілактики правопорушень, залучити батьків, членів цієї організації до проведення, у нас є обов'язкове проведення правового лекторію. Там теж ці теми висвітлюються. Абсолютно, Саня. А давайте ще ми будемо голову ламати. Соберутся эти батьки, сколько их соберется? Если 10 человек соберется, значит у вас в кабинете соберемся. Если их соберется 500 человек, значит в большом вашем вахтовом зале. И просто спросим у них. Mm. И просто у них спросим, правильно? Да. Что мы голову ломаем? Так что, ну, таким порядком-то нужно. И просто у них спросим, что делать, как делать и чего делать. Может, они согласны с этой ситуацией. Може, ти все устраює? Ні, я проводила анкетування на минулому році. Це перед вашим, перед у нас була, коли перше ми засідали в травні, мабуть, в минулому році. Ну, тепло вже було, травень, мабуть, це був. І нам управління освіти давало анкетування провести в школі серед батьків. Я проводила анкетування, то ну, цю проблему всіх, всіх батьків цікавить. І всі проти, у нас там одне з питань було.
було, чи згодні ви, щоб оці от генделики були поряд зі школою, то всі написали, що не згодні. То бачення батьків я знаю вже. Как вы думаете, реально вообще вот то, что мы сейчас с вами тут наговорили? Ведь не побегут они на советскую покупать, правильно? Не побегут. Не побегут. Раз уж еще в таком возрасте, когда ему там 10-11 лет, 12, ну нет сигареты, ну ладно уже, как-нибудь перетерплю. Не да? Побегут. И если там уж кто-то одну принес сигарету, класс, то они ее как-то быстро выкурят. Чего еще мы? Ну, чтобы вам было понятно, родители против наркотиков, для нас наркотики это прежде всего сигареты, это пиво, слабоалкогольные напитки, это все есть наркотики. Да. Это все есть наркотики. А уже потом это трава, героин, кокаин. У нас повинна бути узгода з батьками, щоб на стратегія була однакова. Тому що ми будемо видумляти, щось розказувати, да, щось впроваджувати, а вони самі своїм дітям будуть давати цигарку. Так, це буде сложно. Ну тоді, мабуть, просто ми давайте розділимо тоді. Може тоді розділимо? Може як-то розділимо? Ці пусть батьки. Я взагалі вважаю, що ми повинні проводити не тільки роботу з дітьми, а почати просвітницьку роботу з батьками. З молодими батьками. Ось у нас непогана, я вважаю, є практика роботи з батьками першокласників. Навчити бути батьком. Психолог у мене веде, і ну, ми з нею разом ведемо. Тому що батьки – це професія бути батьками. Ну, да. Це, вони повинні усвідомлювати це. Вони навіть не знають, як зробити уроки з дитиною. То батьків самих треба вчити. Культурі, всьому треба вчити. Да, согласен. А у нас такого немає. Зараз жінок більш-менш щось там в консультації учать, ну, якусь першу, як користуватися тою пеленкою і як дитину заматувати. І на цьому все. Батьківська на цьому закінчується вже. Все, більше немає. Випустили з того родильного дому і все, більше діти нічого не знає. Здравствуйте, це Юрій Юрін, так? Ви перед нами виступали. Да. Перед бібліотекою. Ми заканчуємо. Ми заканчуємо. А ми... перебила? Да, нічого страшного, ми вже заканчуємо. Ладно, я тогда пошла, я знаю, я знаю. Хорошо. Даш, еще есть одна минута. Даш, вот. Очень мудрые вещи говорить, я этого не знал. Но вот они вміють бути батьками. И вы знаете, вести обов'язково курс етика сімейної жизни. Вот у нас те, що хороше, воно до уваги не береться, а дітям дуже цікаво. Я вчилася в школі, у нас 10-11 клас був цей курс. І дуже багато, я от в активній формі роботи, залучати фахівців, і це дуже непогано було би. Звідти все йде, тобто з двох сторон, і з батьками, і з дітьми. Директор школи курит? Ні. Що я знаю одних директорів школи, які курять. Вот как, о чем с ним можно вообще разговаривать? Я вообще в шоке, я не буду называть эту школу. Ну, я тоже знаю, директор. Она курит. Я говорю, ну о чем можно с тобой разговаривать? Ну как? Я ее очень уважаю, люблю, она очень такая с жизненной позиции. Ну как можно? Вы не курите? Нет, я не курю. А какой процент учителей курит? У нас мало. У нас мало учителей. А у вас конкурс вообще существует или нет? Или свободных мест много? На что? На школу, на работу. Нет, мне кажется, у нас вакансий нет. Нет вакансий, да? А я вот не помню, ой, уже время заканчивается, ну ничего, быстренько так скажу. Как идея, чтобы не забыть, чтобы вот учителя все ввести такое обязательное, чтобы они не курили, не брать на работу вообще учителей, которые курят. Все, думает, да. до третьей части думает.